So the verse 14. Да, то есть мы читаем 14-ю молитву, то есть это Рупа Госвами 500 лет назад, да, как наш Ачарьи, он поет, молится и плачет, и во время баджана, да, к нему приходит некое видение. И он молится вновь, чтобы его увидеть. Или он его, что он видел? Или слышал? И вот сегодняшний молитв. Да. Рады, рады. He's saying that Srila Rupa Goswami wrote this 500 years ago. And it's not just the writing, it's his prayer, his crying, and his singing. So today we will read this verse. Молитву. Да, я нашла. Ага. Я пока санскрит прочитаю, да? Да, то да, да. Вибрацию, да, вот с вами. Квапи ануша ангиката йоди тарабхи какхая висмаритхахила виласакала калапанам кришны навара югалашавая бутхая Прадур юбха вачда садима дамбара самбритангим. Перевод. То есть мы должны понимать, что Рупа Госвами, то есть это Дашин, в теле девочки он обращается к Кришне. То есть мы из этого стиха понимаем, что он обращается к Кришне. То есть, и он говорит, наша Рупа Манджари, обращает, говорит Кришне, о Кришна, Кришна, я видела, я знаю, я следила за тобой, что даже однажды, когда ты случайно слышишь имя своей любимой Радхики, ты сразу же забываешь все свои другие искусные игры. О, Рада! Вновь обращается Рупа Манджари, да, теперь кратко. О, Рада! Рада моя! Можно частями, пожалуйста? We should know that Srila Rupa Goswami in his form of small girl, of Kinkari, of Radhika, he is saying to Krishna that Krishna, seeing you just once, рады, рады. Микрофончик, пожалуйста, выключите. Я сразу потерялась. Пожалуйста, покороче, ладно, чтобы я могла все каждое ваше слово не забыть. So Srila Rupa Goswami is in his form of small kinkari, of very small tender girl. He is addressing first Krishna, and she is saying that, oh Krishna, only once when you are hearing the name of Radhika, you are forgetting all your loving pastimes, other loving pastimes. И затем наша Рупа Манджари, да, теперь она обращается к Радхике, да, она говорит ей, свои возлюбленные с вами. О, Рада, Рада моя. Лишь услышав, я помню, лишь услышав два слога. Кришна, Кришна. Кришна, как Дамодар говорит, Кришна. Твое тело я вижу. Я видела, охватили такие любовные экстатические симптомы. Как оцепенение полное. And then she is addressing to Radhika, to her Swamini, and she's saying, oh, Radha, I'm seeing that when you are hearing the name, these two syllables of the name Krishna, your loving feelings become so intense that you are just freeze at once.
комментарий Анандадас Бабаджи, который называется «Югала Нама Раса». Сладость святых имен, да, святых имен. The commentary of Anandadas Babaji is calling Yugala Nama Rasa, the sweetness of the divine name. Да, и Анандадас Бабаджи, мой возлюбленный Шикша Гуру, он говорит, объясняет нам, да, где, что это за имена, что это за эмоции. И Анандадас Бабаджи говорит, что наш Шачипада Рупа Госвами, он сидит сейчас, представляете, такой, на богатом, на драгоценном троне, но не трон, да, материальный, а трон созерцания и наслаждения, трон наслаждения сладостью божественных имен Радыга Винды. Радыга Винды. And my beloved Shiksha Gurudev, Srila Ananta Das Babaji Maharaj, now he is explaining that Rupa Manjari now is sitting on the throne. But what's the throne? It's not the ordinary, like kings have, but it's the throne of some contemplation and relishment. Этот стих описывает, я на несколько абзацев ниже Говинда Махини беру, Татву пропускаю. Этот стих, говорит Анандадас Бабаджи, описывает, как Шри Шри Рада Говинда привлекаются именами друг друга. И наша Рупа Манджари говорит, о Кришна, о Кришна, когда ты даже случайно однажды услышишь имя Шри Радхики, ты забываешь все свои игривые искусства с другими, да, расами. У меня нету перед глазами текста, комментария, поэтому, пожалуйста, можете погромче говорить и, ну, почетче, потому что я вот за вами буду переводить. Я, короче, не скачала. Я в конце не расслышала. Он забывает что? Все-все. Он забывает все свои игривые искусства с другими, ну, как бы, расами, отношениями, с мамой, с друзьями, да, с родными. And here Rupa Manjari is saying, she's saying, oh Krishna, when you're just hearing somewhere these two syllables of the name of your beloved, Radha, then you totally forget all other rasas and all other pastimes in other rasas. И, в общем, такая картина, да, нам рисует Рупа Манджари. В Пурварага, который Дамодар вот изумительно вообще описал, вот это состояние, да, для начала, чтобы ощутить вот этот вкус, да, этой любви. В Пурвараге одна подруженька Манджари, Манджари Радхарани, говорит, объясняла, в каком восторге Кришна от ее святого имени. Ну, знаете, как хвастаться. Она объясняет ей, значит, он так тебя любит, я тебе сейчас расскажу. Here Rupa Manjari is painting the picture. It's like when during the Purvaraga stage of Radhika, Shri Rupa Manjari is sitting near her Swamini and she is saying to her, how Krishna is loving her name. И наша Манджари говорит, рассказывает ей Радхики, как любит ее Кришна. Она говорит ей, о Рада, я видела, как однажды Субал просто подал Кришне золотую гирлянду, золотистую, которая в уме, ну, напомнила ему о тебе. И его ум просто содрогнулся. Ум, представляете, когда, ну, то есть
Он как с ума сошел, содрогнулся, и слезы страстной любви к тебе потекли из его глаз. Rupa Manjari is saying to her Swamini, when Swamini is in Purvarag stage, she is saying that, O Radha, once I saw how Subala, the friend of Krishna, he gave to his friend a beautiful garland made of golden flowers, which resembles you, and how Krishna, how his mind was shivered by this semblance. И наша девочка продолжала. О, Рада, о, прекрасная девушка, если бы ты знала, как он любит тебя, твоя форма пробуждает такую величайшую любовь его сердца. Знаешь, как по-русски говоря, Рада, ну он так тебя любит. Ты сейчас послушай. Ты... Рада, Рада. And she is saying that, O Radha, can you imagine how he loves you? Your golden beautiful form revives him, his heart, and he's totally in love only with you. И наша Манджари продолжает. Радха, я под ним весь день, всю ночь, сутки, и он весь день шептал твое имя. Гришакхану Нанди, Гришакхану Нанди. Он не произнес за весь день больше ничего, ни одного слова другого. And Shri Rupa Manjari, she is continuing. She is saying, oh my dear Swamini, I was looking after Krishna the whole day and he was chanting only your name. He was saying, Vrishabhanu Nandini, Vrishabhanu Nandini. And it was the only word which was like on his tongue this day. Он, о Рада, он так тебя любит, что хотя сотни девушек говорят такие сладкие слова ему, он не слышит их слов в мечтах. Oh, Radha, he loves you so much that other girls are saying to him many nice words, but he does not want to listen to them. И девочка продолжала. О, Радха, он может лишь произнести, произносит лишь первый слог твоего имени. Я видела. Он сказал лишь только «Ра». Но из-за восторга, который от вкуса твоей сладости, твоего имени, от восторга он не смог больше произнести «Тха». She's saying that, oh, Radha, I was seeing how he was trying to say the whole name of yours, but he was able to speak only the first syllable. He said that, he said the first one syllable, Ra, and then he was in so strong rapture and this ecstasy that he could not chant another syllable, Dha. Я видел, о Рада, когда он не смог произнести слог «тха», из его глаз потекли просто потоки слез. But I also saw when he finally he spoke the other syllable of your name «тха», I saw how the torments of tears came from his eyes. И этот драгоценный камень Кришна, Говинда, Мохана, этот драгоценный камень среди всех мужчин Вриндавана. Я видела, он катался в грязи по земле. И Рада, он так тебя любит, я не могу описать его страдания.
And she was saying that this beautiful, precious jewel of all the men of Vrindavana, he was rolling on the dust in the mud when he was chanting your name. And I could not depict all his, all this like dreadful condition of him. Девочка продолжала. Он так страдает, Рада, твой Кришна. Он так любит тебя. И Кришна чувствует себя несчастным. И лишь твоей милостью, скорее же, значит, увидь его, встреть его. Твоей милостью лишь можно устранить его страдания. And she continued, Radhika, he was suffering so much that only your mercy could revive him and make him happy. И наша Кинкари Манджари продолжала. О, Рада! Я видела однажды утром, он совершил омовение, оделся в чистые одежды, и он пошел на берег Ямуны, такую беседочку, его баджан кутир, и он сел твой в баджан и начал повторять джапу твоего имени Рада. На четках, как мы это делаем, говорит Вахини. And she continued, this beautiful, tender, small servant, she continued her story. She said, oh, Radha, once I saw Govinda Mohana early in the morning. He stood up and he took a bath and put on nice, fresh clothing. And then he went to the Bhajan Kutir on the bank of Yamuna. And he sat and he started to chant your names. And Radha Govinda was saying like how we're doing on the japa. Krishna started to chant like this, the names of Radhika. То есть, да, зачем мы читаем джапу, да? Ну, все мы читаем. Мы же чего-то, да, хотим. Там сева, служение, здоровье, кто что просит. И вот Кришна, для чего он читает джапу? Она тогда с Бабаджи объясняет, что Кришна повторяет для исполнения своих желаний, как и мы все. Но о чем же он желает? Он медитирует, да, в своей практике, в джапе своей, он медитирует не на тебя, на сияние в твоих лотосах, просто на сияние. И при этом он так сладостно повторяет твое имя. Говорит Кинкари. Radha Govinda is saying that when we are chanting the holy names, each and every of us have our own desires. And Krishna, when he's chanting, he also has his own desire. As for us, we may chant for some service, maybe for some health and other. And Krishna, what he wants, what is his desire? His desire is to see the beautiful effulgence going from the toes of Radhika. И наш Рупа Манджари, Рупа Госвами, он в этой молитве молится, пусть же эти два чрезвычайно изумительных, блаженных, лога, расичных, любовных, эротических, очаровательных два слога. Рада, рада, рада. Которые исполняют все желания и которые сейчас тихонечко в своем баджан-кутире повторяет Шри Кришна, сидящий на берегу Ямуны в беседке, как царь йогинов. И даже он медитирует на сияние с ее лотосных стоп, более того, с глазами полными любви, слезами. Пусть же, и вот итог, да, как бы вот по половине Кришны, итог, Рупа Госвами молится, пусть же вот эти глаза, знаешь, как
глаза полные любви, который смотрит на стопы Ракхики, Рупа Госвами говорит, пусть эти глаза всегда будут проявлены в моем сердце. Это он как Манджари, да? Как девочка. А говорит, кто больше любит нашу Раду? Да? Говинда Махи. At the end of his prayer, Rupa Goswami is saying that let these eyes of Mohan, these eyes full of tears, when Mohana is chanting the Radhika's name with great love, these eyes, this heart of Mohana, which is meditating on Radhika's toes or the effulgence, on the effulgence of Radhika toes, let these eyes filled with tears and this heart filled with this great desire, let it be revealed to us. And he is saying, Radha Govinda, that who is loving Radhika the most? Her maidservants does, right? So these maidservants want to see these eyes in their bhajan. They want to see Krishna like this, filled with this great love and these tears of love in his eyes. Наша девочка Манджари продолжала. О, Рада, если Кришна случайно, однажды он услышал имя Рада от кого-либо, он так изумился, и он сказал мне, моя дорогая Сакхи, подруженька, да, обращаюсь, кто сейчас произнес имя Рады, тот, кто произнес, я скажу тебе, как оно влияет на меня, когда я услышал ее имя, это успокоило мое горящее сердце. И как много имен в Гакуле, ни одно из них не волнует меня, как эти два слова Рада. And this tender, small maidservants of Radhika continued. She's saying that I saw Krishna, and he was so agitated when someone said these two syllables of name of yours, Radha, and he was like, who said this name? Who is he? Who is this? Because these two syllables, they are soothing his burning heart, and for him it's the most dear syllables. И Кришна продолжал, да, признаваться Кинкари Манджари. Он сказал ей, для меня имя Радхи — это как океан, стекающий водопадом на меня, который забивает, наполняет мои глаза, мои уши, мой рот сладостным нектаром. И чья форма, да, этот нектар, втекая в мое тело, он попадает в мое сердце и кристаллизуется в моем сердце. Кристаллизуется в моем сердце? Да. And Krishna is continuing to confess to this small maidservant of Radhika, to Manjari, to Rupa Manjari, and he's saying that he's confessing that when I'm hearing this beautiful name of Radha, this name is pouring into my ears and goes straight to my heart with a strong flow of nectar. It's like the nectar going to my ears and flowing just right to the heart. And then it's like crystallizing there in the heart. И Кришна продолжал, когда я, знаете, вот когда этот нектар входит в меня, да, кристаллизуется, что происходит с Кришной? Он продолжает. Я в этот момент
ощущаю себя щепочкой, которая тонет в океане нектара любви моей Радхики. Я щепочка, утонувшая. Где, да, мои дорогие Маджори, где тут Расова и Сак вообще? Кто здесь вообще Бог? Рады, рады. And Krishna is continuing to confess in his confession. He's saying that when this nectar is going like from to ears and then to the heart, and then when it's crystallized, I'm feeling that I'm drowning like a small piece of wood. I'm drowning into this nectar of Radhika's name. And I'm completely like a helpless piece of wood. So Radha Govinda is saying that who is Rasa Vaisakha then? What is happening? Who is Rasa Vaisakha? Who is the God here? If the God himself is like the helpless small piece of wood into this, going into this endless ocean. Шримати Радхика, продолжает Ананта Дас Бабаджи комментарий, Шримати Радхика, Рада, это сама према Лакшми, Лакшми любви. И Кришна, да, это подтверждает вот Манджари своими, да, откровениями, Кришна полностью под контролем любви. Но щепочка, Говинда Махини, щепочка в океане ощущает себя. Это лично. Рада. And Sri Rupa Manjari is saying that Radhika is herself Prema Lakshmi. Herself, she is the goddess and original goddess of Prema, of the supreme love. She confirms this, that she is not less than Krishna himself, because Krishna is like the small piece of wood drowning in the her nectar, ocean of nectar. Да, и вот как бы эмоции Кришны мы описали, да, нам описал их, да, расшифровал наш Ананта Дас Бабаджи, и чем мне нравится вот его комментарий, да, вот я 15 лет назад влюбился просто, больше другие книги не читаю, что он ведет, знаете, как вот в сюжете вот этих игр, он ведет всегда три, как минимум три дороги таких, на сознание, любви, ума и сердца. И вот как бы мы рассмотрели Кришну, да, его эмоции, он утонул, щепочка, все, побежден, растворен. И теперь Ананта Дас Бабаджи нам раскрывает эмоции, ум, да, ее слова, ее восприятие, бхавы, Радхарани. Radha Govinda is saying that Srila Ananta Das Babaji is very expertly decoding the feelings of all participants of Leela because he's staying inside the Leela himself. And he's saying that first time I fall in love with his books of Ananta Das Babaji and with his commentaries 15 years ago. And from this time, he didn't read any other books. He could not read other books. So the expertise of his genius of Srila Ananta Das Babaji is like he's expertly, he can depict in details the condition of Krishna. Now he depicted the condition of Krishna, and now he will reveal to us the condition of other participants of the Leela. И наша Шри Рупа Манджари, да, описывает все, да, она как свидетель, автор этой молитвы, да, этого стиха, он описывает, говорит Ананта Дас Бабаджи, что в этот момент, когда Рада слышит имя Кришны, тело Шри Радхики охватывают такие экстатические симптомы, ну, общим словом, садчика-бхавы, что она, когда
когда она просто слышит одно лишь имя Кришны, ее, знаете, вот этот океан, в котором Кришна утонул, представляете, он начинает волноваться, океан. Он становится обеспокоенным. Там, то есть, торнадо в ее в сердце. И ее в этот момент, наша Тинкари видит, что в этот момент ее тело охватывает оцепенение всех органов. Она не вообще... И эта Рада наша, оцепеневшая, говорит. Rupa Manjari is saying that when she saw Господи, я вас слушаю, потом тяжело переключаться. She Rupa Manjari is saying that, Сева, говорю, Сева, мы Манджари. Сложно, это очень сложно. Rupa Manjari is saying that listening to this description of Krishna condition, Radhika hearing this, her sattvika bhavas like overwhelmed her so much that she got stunned at once. She like become freezing because of her very strong emotions. И вот это оцепеневшее, да, наша Кинкари видит, Рада оцепенела, и она при этом успевает сказать своей, да, подруженьке: «О, подруженька, зачем и кто поет это имя Шьяма? Шьяма! Через раковины моих ушей, мои ушки, как раковины, наполняются этим звуком и затекает в мое сердце. И этот океан моей любви волнуется сейчас и приходит вообще в беспокойство». Ну, кто? Как Дамодар на его катхе, он говорит: «Шьяма, Шьяма». Да. Волнует. Сердце, брат, имя Шьяма. And Radhika, in her this freezing state, she's saying to her Kinkari that who is this person who is saying this beautiful name, Шьяма, Шьяма, and this name also like a nectar going to my ears, which are like cups, and this name also is going inside of me, and it touches my heart so much, like, and excites my heart like an ocean, like an ocean with big waves. И наша влюбленная, да, влюбленная, оцепененная, да, Говинда Махиди, представляете, оцепеневшая услышала, и наша Рада продолжает: «О, подруженька, ты представить себе не можешь, я не знаю, как много меда и сладости для меня в этом имени. Шьям, Шьям. И мой язык и мой рот не могут отказаться от этой сладости, от него вообще никогда». То есть она, знаете, как наркоманка. Или как пчела опьянённая. Я не могу не повторять его имя. Рады-рады. Шьяма, Шьяма. And Radhika is saying to her Kinkari, she's saying, oh, my dear friend, what can I do? I could not stop chanting this name, which is like a honey for me, intoxicating me so much, this name, Шьяма, Шьяма. I cannot stop chanting it. And she resembles like the maddened bee, which is mad after honey.
or some addict person who cannot resist doing something or taking something. И Рада продолжал. Когда я повторяю его имя Шья, я становлюсь одержимой безумной. Но я не могу позабыть его имя. Я не могу не повторять его, говорит Рада. And Radhika is continuing speaking with her maidservant. She is saying that when I'm chanting this name, Shyama, I become like obsessive, but I could not do anything with myself. I cannot stop to chant this name, Shyama. И Рада продолжала. Подруженька, представь себе, если его имя, просто его имя, звук на меня имеет такое влияние и силу, я не представляю, подруженька, что сейчас со мной будет, когда я коснусь его. Представляете, ну, да, Говинда Бахиди, это вообще... Давайте. Radhika is saying that, oh my dear Rupa Manjari, I don't know if his name is so intoxicating for me, and I become so obsessed only with the sound of his name. What will I do? What will be with me when I will touch him? Я это продолжала, подруженька, где бы я ни находилась. Я тебе признаю, вот каждую секунду своей жизни, где бы я ни находился, мои глаза видят только. And she's saying, oh my dear Rupa Manjari, I must tell you that whenever I go or whenever I do, my eyes always sees him, only him. И Рада продолжала, и я не знаю, как теперь мне соблюсти принципы юной замужней девушки Вриндавана. And she's saying, and now I don't know how to maintain my principles of the chaste housewife of Vrindavana. И Рада заплакала, со слезами на глаза сказала. Я пыталась выбросить его из своего ума, но я не могу. And Radhika started to cry, and she said that I was trying to throw him out of my mind and of my heart, but I could not. Do this. И говорится, что вот как Рада, да, она тогда с бабой сейчас ключевое объяснение, как любовь от предназначения. Да, имя, просто имя ее любимого Кришны, Шьямы, как оно влияет на ее сердце. Когда Махабхава Рада, Махабхава, просто слышит эти два слога Кришна, ее просто атакуют. Ее сердце, вот этот океан, знаете, волнение, вот эти миллионы, миллиарды волн, эмоций атакуют. И хотя она океан,
Да? Как мы помним, продолжает Ананта Дас Бабаджи, океан, в котором утонул вот этот, да, Кришна, любовь Кришны, утонула. Этот океан из-за произношения, да, вот этих двух слов Кришны, если Рада повторяет, этот океан начинает запахтать этими именами, как, знаете, как двумя ветрами. Кришна с двух сторон пахтается, и он громадной волной поднимает. Лишь услышав один слог Криш. И в этот момент она становится беспокойной и цепенеет. And here Srila Ananta Das Babaji is depicting how the name of Krishna is affecting on Radhika. And he's saying that Radhika is saying herself that when she's hearing the only the first syllable of the name of her beloved, of her Krishna, the like first syllable Krish, this syllable also going to her ear and to her heart, and this ocean of nectar in which already this small piece of wood, of Krishna wood, drowned, yes, inside this ocean. When she's hearing this first syllable of Krish, it's like the strong winds on the ocean, which causes the big, big tsunami waves in it. It's like churning of this ocean. И теперь, да, мы вот первая половина, да, этой молитвы, комментариев Ананта Дас Бабаджи, она была посвящена Кришне, да, и теперь вот описывается как Рада, да, как она слышит, как, вот как океан волнуется, там будет, ниже будет миллионы, все ее океаны, просто один там слог или одно его имя. И вот Рад Вишака, да, Вишака, разговаривая с Кришной, она объясняла Кришне, она тебя так видит. И она сказала: о, Кришна, когда один лишь только слог твоего имени проникает в раковину шеи нашей возлюбленной радости, наша Ланя окая рада. Только крик. А она становится опьяненной и безумной, и начинает трястись, как сумасшедший. Говинда Вахини, Дамодара, к тебе вопрос будет. То есть она постоянно безумна. Знаешь, какой вопрос? То есть девочки, ну, представляете, что от одного произнесения они, видимо, либо глазами разговаривают, да, либо как-то по-другому его называют. Ну, вот у меня такой, как у сопливой Ингрид, вопрос Дамодаре. Сейчас я переведу, пожалуйста. Radha Govinda is saying that Srila Ananta Das Babaji very expertly in the first part of his commentary he depicted the state of Krishna when he is chanting the Radhika's name. And in the second part, he depicted Radhika's condition when she is hearing Krishna's name. And it is said, and here the scene is like this in the commentary. Yes, he is describing how Vishakha Saki is sitting with Krishna. And Vishakha is saying to Krishna, she is telling him how Radhika is, what she is doing and how she is feeling when Radhika is hearing the name of Krishna. And she's saying that, oh, Krishna, can you imagine when she's only hearing the first syllable of your name, she becomes so boggled that she's starting to shaking she becomes completely like crazy, like pagala. And Radha Govinda is asking to
Damodar Prabhu, to devotees, to Gurudev, his question is like this. If Radhika is so mad when she is hearing only the first part of the name of Krishna, so how Manjaris, they are speaking with her about him? Because they are very often they are telling Radhika, reminding her of him, of her beloved. So they are not saying the name of how they are communicating. It's his question. Еще раз повтори вопрос. Гурудев. Юсеф. Сначала говори. Что? Сначала говори. Манджари смотрит изнутри, изнутри своего чувства принадлежности, абсолютного принадлежности к внутреннему миру Шримати. He's saying that Manjaris, they are looking like not out, but in, because they are so one with Radhika, they belong her so much that they can see and they can communicate with her like within, not out, but from inside. И так как они смотрят изнутри, они не просто сопереживают, а переживают те же чувства, но вследствие иной способности контроля они сохраняют стабильность. Они могут наблюдать и в то же переживать, но сохранять стабильность. Это их особенность. Это их удивительная, уникальная особенность. And he's saying that unique speciality of Manjari Moon is that they are not like empathize, but they're feeling actually the same. But their unique feature is like they are so stable that they can resist, this madness in oneness with the Radhika. И вследствие этой стабильности они могут объяснить Радхике то, что она не может понять сама. Due to their stability, they can explain Radhika these things which she does not know herself when she's in this mad condition. Поэтому Радхика остро нуждается в своих манджари всегда. That's why Radhika is very strongly, she's in need of her manjaris every time, anywhere. Ибо они, будучи зеркалами, отражают ее совершенство. They're like mirrors, which reflect her. Perfection. They're like a mirror. Своих. Uh-huh. Hearts are like mirrors, which reflect. Они рисуют картины на своих сердцах. They're painting pictures on the canvases of their hearts. Поэтому Радхика без них не представляет себе своей жизни. That's why Radhika could not imagine the life without her manjaris. Они ее продолжение, они ее часть, важнейшая часть Радхики. Они волны ее красоты, они отражение ее чувств. Manjaris, they are like extension of Radhika.
They are like the waves of her beauty and the particles of her senses. And they are like her limbs, like her own limbs. Поэтому она делится с ними. Да. Да, Мадара, делится... можно сказать, что они маленькие радхики, да? Ну, куча-куча маленьких радхик. Не то чтобы они проявление ее красоты, они проявление ее чувств. Нет ничего, кроме радхики. Если серьезно говорить, то все, что нас окружает, тоже радхика. И все, что нас окружает, тоже проявление ее чувств. Но в совершенстве это понимает только Манджари. Только Манджари в совершенстве понимает это. Radha Govinda, he was asking to Damodar, so is that means that Manjari is there like small radhikas, many, many small radhikas? And Damodar said that actually not. They are not radhikas, but merely they're like the particles of your beauty and the particles of your feelings. And we can say that everything is radical, of course. And here in this world also, we can see the world as a radhika's feelings and radhika's emotions. But this state of view, this point of view, can have only this person who is in Manjari Bhav. Что я еще могу сказать? Говори ты. Гурудев, я жду. Жду вашего нектара. Гурудев, I'm waiting for the nectar from you. Please share. Only thing I say, Radha Govinda is super. Единственное, что хочу сказать, что Radha Govinda супер. Да. Рады-рады, Баба. Махарадж, только подойдет. Анандас Бабаджи said, он любит. One thing, Анандас Бабаджи said, that like Астиам meditation. Астиам Лила, who meditate, is good. But who can flow himself, past time is flowing inside, that is super. It can be also Astyam Lila practice, like a Badi Bhakti. But real Raghavam, what Radha Govinda is doing. So he is very grateful. I thought of Lila is Spurti inside him, in Manjari Bhav. With yes, Manjari Bhav, his Lila is started Spurti inside, flowing inside him. When he say it is happening and he see that, very, very highest rasika and very fortunate soul. It happens like that. Гурудев говорит, что есть такое понятие, да, медитация на аштаями, да, аштакали лилу. Но эта медитация, она даже может стать как практика вайди, когда это просто такое механистичное, да, запоминание, что происходит. Но, говорит, в вашем случае это совсем другое. То есть я вижу, он говорит Радха Говинде, что у тебя эта лила, она льется внутри. То есть ты видишь, о чем ты говоришь, то есть ты находишься внутри, что это не какая-то механистичная практика, что она наполнена жизнью, да, реализациями в Манджари Бхаве. Вот, поэтому я, говорит, считаю, что ты такая, да, очень удачливая душа.
Ну, он несколько раз одно и то же, да, повторил о том, что лила должна течь, да, она должна, как спурти, да, она должна проявляться. То есть это не должно быть тоже. Ну, то есть проходит стадия вот этого, да, механистичного, и она оживает и говорит, что ты такая великая душа, очень удачлив, потому что я вижу, что в тебе есть это. I will suggest you more and more expand about this pastimes with Radha Govinda. He will explain Damodara. They will explain and go in your language to feel it more. It's sorry, Guru, I didn't catch your idea. In language, you try to develop more this by feelings and sharing. Not Guru, one day, minimum 3-4 days more. Гурудев говорит, на русском языке вам следует, вот Радха Говинде и Дамодару, Прабу, что вам следует объединиться и это все пахтать. И говорит, не один зум, да, вот как у нас, а чтобы 3-4 было зума, чтобы вы, говорит, expand, да, чтобы расширялась вот эта лила, да, вот это настроение реализации. Говорит, вы вдвоем можете ее как бы, да, расширять. И говорит, делайте больше, чтобы это не было вот, да, от случая к случаю. My suggestion is right. You agree with me, Gauranga Sundara? Gurudev, they are sharing very nicely. Beautiful. Very sweet, very sweet, very rasic, and very nice. Really very nice. They have to go deeper, more. Rade, rade. For you. Rade, rade. Он же дерьмо, он же дерьмо. Он же говорит, Индра говорит, что да, ну, Гурудев его спросил, что он думает. Он говорит, что очень прекрасно, очень сладко, да, делится, что это исполнено настроение. Внутри, конечно, да, нужно продолжать это, увеличивать настроение, расширять. Что, согласен? Говинда Махини, я еще хотел это напоследок, пока Махарадж, я оставил финальную точку. Позвольте, я оставил. Контрольный выстрел, да, вода. Да, рады. Стреляй. Да. He wants to make, he say, Radha Govinda, that it's like the final shot, like... The point, the final point he wants to make now in this discussion, in this commentary. Да, и я хотел бы, да, поблагодарить его. Ой, Гурудев, что-то... Sorry, Гуру. He become pagal. Mad. Пагал он меня обзывает. Дразнится. Пагла. Парамханса. Парамханса. Буквально 2 предложения. Very great, beautiful. Everyone has to be Pagla. He wants to add some more. The he wants to put the final, this more point. No. Endless, not ending. Go on. Продолжай. Да, и помните, мы остановились на том, что Вишакха объясняет Кришне, да, как она безумит от его, и Вишакха продолжает объяснять, как рада, как на нее влияет вот это имя, услышанное Кришна. Вот окончилась, она объяснила, опьяненная, сумасшедшая. Когда она видит Кришну, когда она случайно видит свежую, я видел это своими глазами, свежую грозовую тучу. Ее охватывают такие страстные любовные желания, любовные к тебе, что она желает обнять, мечтает обнять эту тучу, что она начинает мечтать
обрести два крыла и полететь, обнять тебя. And here in the commentary, it is said that how Vishakha is sitting with Krishna and she's saying to him how Radhika is mad when she only hears the syllables of his name, and she continuing, Vishakha is continuing speaking, and she's saying, oh Krishna, I saw how my friend, how Radhika once, she saw this freshly gathered this cloud, rainy cloud, and she becomes so excited with loving feelings and with the passionate desires that she become mad, totally mad. And she was so excited that she said that I want to have two wings to fly to this fresh rain cloud to embrace this cloud. И она тогда с бабочкой, ну, как бы заканчивает, да, комментарий, говорит, таким образом наши Югала Кишора, Рада и Кришна, Шьяма, Говинда, Мохана, они становятся просто вне себя от восторга, когда слышат имена друг друга. Представляете, их еще, ну, как бы, восторг невероятный. От имен друг, от услышанных имен. So here Radha Govinda Das Babaji Maharaj, he is ending his commentary, the following conclusion, that we can see, now we can see how Radhika and Govinda, Mohan, Shyam, how they're mad and delighted, and how is their enthusiasm when they're hearing the syllables of the names of each other. И она тогда с Бабаджи говорит, что практикующие, разумные, преданные, которые узнали эту величайшую тайну, как они, Рада и Говинда, привязаны к именам друг друга. Только такие разумные преданные будут благословлены их милостью и таким преданным служением, их, как их лотосным стопам, как воспевание святых имен. Понятно, Галинда Махина? Да, можете еще раз повторить, пожалуйста. Да. Практикующие, разумные, преданные, которые узнали эту величайшую тайну. А эти преданные узнали, как Рада и Говинда привязаны к именам друг друга, а также эти преданные будут благословлены их милостью на такое преданное служение, служение их лотосным стопам, как воспевание их имен. And here and here it is said that these devotees who are very like reasonable, very sensitive devotees who now knows the mystery of this completely this craziness, when the divine couple is hearing the names of each other, now these devotees, they are blessed with a boon to serve to the lotus feet of the divine couple and to chant their names, which are like this, have this mystery inside these names, because now they know what is inside the each and every name. И наш Наратама Дасхакур, тут цитата была из Наратама. Наратама Дасхакур, будет цитата, он поет, молится и плачет. О брат, о сестра, когда ты, воспевай имена Кришны, воспевай, когда ты будешь воспевать имя Кришны,
ты и обретешь лотосные стопы Радхи. И наоборот, если ты будешь воспевать имя Радхи, ты непременно привлечешь и свое, и обретешь внимание Кришны Чандры. И я скажу тебе вкратце. Все эти разговоры, да, вот которые мы сегодня вели, о которых, да, описывают наши ачарьи, только эти разговоры и уменьшат боль, о вайшнавы, в ваших сердцах, боль разлуки. Только эти разговоры, знаете, холодильник, разговоры о Радхике. Все другие рассказы лишь будут заставлять вас страдать. Рано. Джай. And here it is. Here some part from the Srila Narottama Das Thakur's song, some bhajan of Srila Narottama Das Thakur, in which he is saying that, oh my brothers, oh my sisters, now you know what topics can diminish the burning of your hearts. It's the topic about the names of Radhika and Krishna, and only these topics can diminish that burning separation mood in your heart. Otherwise, if you will discuss all another topics, this separation, this feeling will, if you will discuss other topics, your heart will be burning. Рады. И Говинда Махини, как бы, да, молитва закончена. От меня добавки, там Махарадж начинал меня там прославлять. И я хочу сказать, что откуда вот я пагала, я плакал в этом теле, в этой жизни, на стопы, в прямом смысле, схватил и плакал. Ну, несколько минут. Ананта Дасбабаджи. And Radha Govinda, he is now, he wants to say to Gurudev, Gurudev, you was praising him and say that he's a pagala. It's like the biggest praising when someone is pagala in love. And he's saying that these feelings he has is only due to the fact that once he got a chance to coat the foot soles of Srila Ananta Das Babaji Maharaj, and he was crying, putting his tears onto this feet. That's why he has some feelings now, and you are calling him Pagala. It's only, he's saying it's only because of this. Баба, yeah. Я сейчас лежу у ваших стоп, у твоих лежу, и так же, как у Ананта Дасбабаджи, я прошу лишь что только об одном. Асеви, дай мне манджари севу, дай мне служение в кунжах Радхики. Я готов метелкой быть. Переведите, Говинда Махини. And he's saying that now he's lying and he's catching your feet, Gurudev. And he also crying for the seva. He's saying that, please, Gurudev, give me the service in the kunja. I can be even the broom in the kunja, anything, but just to be there with you. Only I say, this is the real association to be, and real sangha and friends in the spiritual body who can help me to fix more and more in seva of Radha Mohan. Gurudev говорит. Гурудев говорит, что это все зависит от того, да, с кем мы общаемся, от нашего общения и также от нашей дружбы, потому что в духовном мире мы все друзья, и там наши подруги, они дадут нам, да, из-за того, что мы близки с ними, у нас с ними есть отношения, они дадут нам служение, передадут нам служение Радхи Мохан. You cannot understand outside to that person, but when the feeling comes, then beautiful realizations are coming out. This мы не можем,
Paramahansa stage of madness is spiritual madness. One is material madness, one is spiritual madness. Когда личность находится на стадии Парамахамсы, никто не может снаружи понять, что он делает, да? То есть он ведет себя очень непонятно. Он ведет себя как безумец, но это трансцендентное безумие духовных чувств. Оно не имеет ничего общего с материальным безумием. Гурудев говорит, есть люди, которые сходят с ума, да, в материальном плане, а есть те, кто сходит с ума духовно. И вот это уже стадия Парамахамсы. То есть когда полностью человек обезумел от своих духовных чувств. Я у ваших стоп, Гурудев. I love you. I love you. I love you, Radha. I love you too. He's saying that I'm near your feet. Рамадар, я и тебя люблю. I start loving you. Уж простите меня, дурака старого. Ну, у меня реально, наверное, крыша. Я как Рада, знаете, для меня потрясением, Дамодар, было, что Рада осознавала. Она, помните, она говорит, я понимаю, что я, ну, я безумие от его имени. Вот так она на меня действует. И она осознает, но... И она, да, как, представляете, как Манджари управляться вот с такой вообще с вами. Она безумно, она объединена, не вообще не знаешь, что она сейчас отчебучит. Куда ее вообще поманит там звук, запах, его имя. Удивительно. Спасибо тебе, Дамодар. Я вообще опьянен. Ты мне на 3 недели вообще. Так что не думай, что не прошло мимо. Твой дар, да, я держу. Спасибо. Radha Govinda is saying that this Zoom with Damodar Prabhu, with his realization, he already saw many, many times. For these 3 weeks he was seeing only this Zoom, and he's very thankful for this gift of his realization. And he does not want how Manjaris, how they're doing with this Swamini who is totally Pagala, that even 1 cent of something, yes, of Krishna, can be the cause of her, these overwhelming feelings, and she will run somewhere, she will rush somewhere. How Manjaris, how they handle with this crazy Swamini, is Radha Govinda is asking. For him, it's like surprise. Only Radha Radha. Sorry, no tension, no sorry. Only Radha Radha. You see, what is the gift of Chaitanya Mahaprabhu, of Manjari Bhav? You can feel. And we are the shadow of Swami. What is our stage there? Shadow means what she do, shadow do. How sad, what the original is feeling, shadow is feeling. And without feeling, no words coming out. When that time will come in my life, that it will happen to me, that to pray everyone, this is the mercy we have to pray. Gurudev, sorry. Gurudev говорит, в чем дар Шримана Махапрабху, что он принес эту Манджари Бхаву, которая преисполнена чувствами, когда Манджари являются тенью Радики. А кто такая тень? Тень — это та, кто всегда рядом. Когда, да, тот, кто отбрасывает тень, делает какое-то движение, тень повторяет. Когда имеет чувство, и тень это чувствует. И он говорит, что говорят те, кто имеет чувство, да, они делятся, им есть чем поделиться. Поэтому
Ой, я забыла, что в конце он сказал. В общем, идея такая была, да, что чувство — это основное, да, и человек, он начинает говорить, когда у него действительно его переполняют вот эти чувства, эмоции трансцендентные, он начинает делиться. Раде, раде. I just wanted to add one point, maybe, if you like. Radha Govinda Das was asking how it is possible 26. That Manjaris can deal with this Pagal Radha. So actually this verse is the answer. We are reading a verse where Krishna is climbing in the tree. He's climbing up. And he wants to enjoy the highest rasa. So he's changing the rule with the mandari. Changing the role? Sorry. Changing yes. The role? The role. Yes, sorry. I'm drinking. So I'm also freezing a little bit. И Гауравани Прабу говорит, с вашего позволения, я тоже хочу кое-что добавить, что Рада Гавинда сказал, спросил, да, вернее, у него такое вот вырвалось, что как же манджари могут справиться с этой абсолютно неуправляемой радикой, которая переполненная чувствами, да, может все что угодно, да, от нее ожидать, она настолько вот непредсказуема. И он говорит, что как раз вот в том стихе, который мы читаем, 24 стих Рада Раса Суданитхи, в нем есть ответ на, вот, на этот вопрос, когда Кришна в этом стихе, да, он напоминает, говорится о том, что манджари повела свамини на берег реки для того, чтобы предложить ей массаж, а Кришна, он забирается на дерево для того, чтобы лицезреть эту сцену. И что он делает? Он забирается на самую высоту, и они как будто меняются ролями с манджари. So what actually happens is that the manjari is giving Radharani the feeling that Krishna is there. He is massaging her. И что происходит? Манджари, они прикасаются, умеют прикасаться таким образом, как будто сам Кришна прикасается к Радике. This is the expert service of the Manjari that Radharani actually is not feeling separation because the Manjari is always working that she feels that Krishna is with her. И экспертность манджари, их служение выражается в том, что они очень совершенным образом умеют сделать так, что Радика, чтобы она не чувствовала разлуку со своим возлюбленным, и они поэтому вот полное его присутствие они умеют передать. So the manjaris are so expert that Radharani will not even feel that a manjari is touching me. Or Manjari is serving me. Manjari is giving me some earrings. But Radharani will be always completely absorbed in the Leela, which the Manjari expertly is reminding her. Yeah. И манджари, прикасаясь к Радике, Радика, она не чувствует, что это манджари, служанки касаются ее. Они настолько совершенно владеют искусством служения, что Радика чувствует, будто это ее возлюбленный надевает ей сережки, да, или вот что-то другое делает. Манджари напоминают ей о лилах с ее возлюбленным, и она полностью как будто находится в них. So in this way, this lila is a very nice example, actually, because here we can hear how the manjari is expertly massaging the oil of Radharani's limbs.
И в этой лиле служение манджари они предлагают массаж с маслом своей госпоже. And Radharani is completely absorbed that my Mohan is massaging me. А Радика, она полностью думает, да, погружена в такое состояние, что это Мохан мой мне предлагает массаж. And this is the greatness of Manjaris and Kinkaris. And I thank you very much that I can talk about this aspect. Although you know, you left this aspect for me. Thank you very much. Я очень благодарен, что вы оставили мне этот аспект, чтобы я мог вновь про него, да, вспомнить и поделиться. And I wanted to give a little hint for meditation. I was stuck in when Radha Govindadas was reading for я some хотела... time. When he was reading today? Yes. When he was reading today. Я хотел бы поделиться то, как сказать, поводом для медитации, да, вот этим чем-то, да, для медитации, то, что меня самого очень сильно привлекло и вот вошло, да, в мое сердце, стало моей медитацией. Хочу сейчас с вами из того, что мы сегодня читали. Actually, when the nectar of Radha's name is entering the ear and flowing to the heart of Krishna. Это когда мы читали о том, что нектар имени Радики, он проникает через ухо Кришне и идет в самое сердце. And then it actually crystallizes. И затем в сердце оно кристаллизуется. What does this mean, actually? Что это значит? When things are crystallizing. Когда что-то кристаллизуется, что это значит? Under a lot of pressure. Обычно что-то кристаллизуется под большим давлением. So much pressure of love must be there. Должно быть столько любви, да, которая спрессует. That it can crystallize. Для того, чтобы эта субстанция кристаллизировалась. So we can have a picture of the Rati of Krishna for Radhika. Поэтому мы можем осознать, сколько Рати Кришна имеет к Радике. What to speak, vice versa, the Rati from our Swamini towards Krishna. И также наоборот мы можем осознать, сколько же рати имеет Радика Кришна. So we may meditate on this pressure. Мы можем медитировать на силу этого давления. Jai. Jai Shri Radha, thank you very much. Rade, thank you, Gauravani. Sweet Katka. Rade. I also would like to share a little bit with Rade. I thank you very much, Radhavana Das and also Damodar Das for sharing all your feelings today. And I get some realizations that from the past influences of institutional devotion, I am very much still the trying to convince myself and others about bhakti. This is really a crazy stamp somehow by institutionalized religion.
Я хотела бы, Сунити, говорить, что я очень благодарна, да, Рада Говинда, Дамодар, как вы сегодня делились. И я хотела бы тоже кое-какие свои осознания сказать. Я поймала себя на том, что я, будучи под влиянием вот этой организации, да, вот этого институционального понимания, я пытаюсь убеждать кого-то, ну, в бхакти, да, и это полностью такая безумная какая-то идея. And that is a stamp or a pressure in my consciousness that is a big obstacle that I feel to enter into the lila, although I desire it very much. И это большой такой штамп, блокада, преграда для того, чтобы войти в лилы. Я чувствую, как эта преграда есть у меня, что мешает мне войти в лилы. So by your mercy and feelings also today, I can feel that it's not so about convincing anybody or convincing myself, but to enter into the feeling that somebody is feeling and exchanging that is the reason of all realizations. The sparks going from each other's hearts and sharing, this is what Gurudev is giving to us. И я сегодня поняла, то есть благодаря вам, во-первых, я смогла войти в лилу, да, просто, да, ну, минуя вот эту преграду ума, вот эти штампы, которые у меня остались еще из тех институций, где я была. Вот, и благодаря вашему потоку чувств, которые лились, да, от вашего обмена, я смогла просто войти в эту лилу, просто минуя все это, и поняла, что очень важно действительно слушать друг друга, реализации друг друга. Гурудев не зря нас всех да, поощряет к тому, чтобы мы делились, потому что таким образом мы можем помогать друг другу входить в лилу. So I want to thank you, Radha Govinda, for sharing all your feelings and just feeling of your feelings give me a lot of help in my bhakti. Я благодарю тебя, Рада Говинда, что ты сегодня поделился своими чувствами, и я прям почувствовала, что для моего баджана это была очень большая помощь, твои чувства. And also, Дамода, you were explaining actually what Gurudev explained for many weird years, this Bhavalasarati is a specialty of the mandris being stable in the most ecstatic circumstances. И то, что сегодня Дамодар Прабху говорил, Суните говорит, что на самом деле, что вы объясняли, то, что Гурудев, он много лет, да, тоже он любит эту тему обсуждать, что такое настроение Бава Уласарати, настроение Манджари, то есть их особенность. Вот вы сегодня так здорово, да, вот свои, ну, как ваша реализация, она совпала с тем, что Гурудев говорит, о том, что Манджари могут оставаться... Да, в сознании стабильными, да, никуда не уплывать, не сходить с ума вместе со своей с вами. Это особенность настроения Бхавы Ласарати. And I remember for many years always Gurudev is telling us, they need us, they need us. And I always thought, how do they need us? They are the Supreme Lords. We need them. И я раньше не могла понять, когда Гурудев постоянно говорил, мы нужны им, да, божественной чете, мы нужны им. Но я думала, ну как, ведь они Верховный Господь, то есть как это мы им нужны, это скорее они нам нужны. And so I, by the blessings of all of you and by the mercy of Gurudev and Ananda Das Babaji and going into this association now deeper and deeper and more concentrated, something is also happening in my stone-like heart that I can feel more and that I can get out of this consciousness of having to prove anything to anybody anymore. I'm so tired of this, really, seriously. I can understand you. I also tired. И Сунити говорит, что я вот, когда слышу такие...
чувства, да, идущие прямо из сердца, это помогает мне выйти из этого настроения, кому-то что-то всегда доказывать, кому-то что-то объяснять, а просто вот просто погрузиться, да, и просто быть в своем баджане. И она благодарит вас. So now we have the chance of each other's association under the guidance of the Rasika Vaishnavas. And I can just say also, especially after the tour with Dayananda, that we have to only stick together, increase our feelings and go very, very determined and full of love and full of faith this path, and it will touch all our hearts, and it doesn't matter if it touch others' hearts, but we don't have to convince anybody anymore. We don't have to justify ourselves anymore. We just have to live more in the feelings, and then it will grow and it will come and it will surely touch all our hearts, and it makes Gurudev very happy. That's my feelings, and I pray for your mercy that I can dive more and more deeper also by your mercy, by your association. Суните говорит, что теперь мы вот, да, уже эти пару лет имеем возможность видеть друг друга, знать друг друга лучше, обмениваться, по-настоящему обмениваться чувствами, все, каждый, да, из нашего сообщества. Говорит, я особенно это осознала после тура с Джайанандой Махараджем, который приезжал. Вот, я увидела и четко поняла, что не нужно никого сейчас, как сказать, да, убеждать, не нужно ни с кем дебаты вести. Да. Наша задача сейчас больше делиться друг с другом для того, чтобы погружаться в настоящее чувство, в баджан, чтобы практиковать баджан. И это очень хорошая возможность, потому что теперь мы все очень плотно связаны, и Сунити говорит, что нам нужно как можно сильнее, да, как можно теснее еще сплачиваться, да, внутри нашего коллектива. И тогда, когда процесс действительно пойдет, он затронет сердца всех, и Гурудев будет счастлив, да. И те, у кого, может быть, были сомнения, они сами развеются, потому что ну, это будет настоящий идти, ну, настоящий процесс бхакти, баджан, да, чувств духовно. Поэтому она просит, да, ваших благословений, что только по вашей милости, благодаря вот этому потоку, да, осознаний, чувств, этим лилам, да, она тоже может развиваться в своем баджане, и все мы можем развиваться тоже. Рады-рады. Рады-рады, Рады-рады. Можно маленький вопрос, Суните? Я, по-моему, что-то хотел сказать. Sorry, Gurudev. You wanted to say something? Beautiful. I'm in ecstasy. We love you, Gurudev, in your ecstasies and in all the shades of your love. Мы, говорит, любим вас, Гурудев, во всех ваших проявлениях, экстатических, в особенности. Вопрос? Да, да. Маленький. No question. Вот мы по тексту, я вернусь на игру, на сегодняшнюю. На две минуты. Суните, вот Суните, когда Рада, помните, она признавалась, как она любит Кришну, и она говорила, я не хочу его имя слышать, да, я хочу забыть, но я не могу, что же мне делать? Вот вопрос Радхарани такой повисший, как бы, да, между строк. Вот мне интересно, что Суните, ну, как бы, как она Кинкари посоветовала бы Радхарани, что ее вот в этот момент, оцепеневший, вообще, она пьет сладость, помните, там мед она говорила, и вот такой вопрос. Замечательный вопрос на две минуты. And Radha Govinda, he saying like only two minutes, small question, and he wants to jump back to the Lila. And this scene when
completely mad with this honey wine of Krishna's name, Radhika, which is very excited and overwhelmed, and she's like, she's free, frozen in her bhava, and she's crying and saying to her Kinkari, like, what should I do? I want to throw out his name and him from my heart, but I don't know what to do. What should I do? She's asking from Rupa Manjari. And Radha Govinda is asking you, Suniti, you are like Manjari. What you should suggest to your Swamini if she will question you the same question? Radhe, Radhe. I have to meditate about this, and by your mercy, something will come. She's a trickster, you know, Suniti. Radha Govinda is our trickster. It's a good meditation. It's good for meditation. But probably I would sing a song, and I mean, in this, there is this beautiful song here about Srimati Radhika's feelings, and then it's good to sing a song to increase her feelings or to calm down her feelings according to the situation. Суниси говорит, что вопрос такой, который, конечно, требует погрузиться в него, да, промедитировать, прочувствовать, но говорит, поскольку песни помогают Радике как повысить свои чувства, так и их как-то, да, понизить, как это сказать, поэтому я бы, она говорит, я думаю о песне, да, есть песня, которую я бы, наверное, ей спела. Rade, Rade. Maybe you can say something for that. If you like. Я бы, говорит, тоже, можно я отвечу, если вы хотите, тоже на этот вопрос. Sure. If you are mad for somebody and you will just hear the name, then all kind of lilas want to bloom up in one moment. Если мы любим кого-то настолько сильно, что просто услышав имя, мы становимся безумными, и тогда, слыша это имя, все лила, они сами расцветают. So when this happens, for example, in Krishna's case, then he will fall unconscious. Если такое случается с Кришной, то он просто падает без чувств. And Radharani will be completely mad. А Радика в этом случае, она сходит с ума. So if you take the whole power of this name, it's too much. Поэтому, если мы берем имя с его полным потенциалом, да, с полной силой, то это, ну, всегда это что-то чересчур. But if you put this light in a gem, then it will be splitted in many aspects, right? Но если мы возьмем весь этот потенциал как некий луч, да, и сам этот луч — это слишком, да, это чересчур сильный. Но если мы его пропустим через какую-то призму, да, через драгоценный камень с разными гранями, то он расщепится. So one aspect is enough for Krishna or Radharani to be completely in ecstasy. One aspect of this love, one aspect of all lilas, of this power of love, which is coming in the light, is enough for Radharani and Krishna to be completely in ecstasy. Just one aspect is already enough. Но для Радики и для Кришны уже одного маленького кусочка этих лил, одного аспекта уже это для них чересчур. So the mantras are expert in giving this one aspect, and the full power of love is actually
splitted in this moment, and the mandaris or kinkaris are giving one aspect so that Radharani may go in the meditation of this one aspect. И служение манджари и кинкари таково, что они как вот эта призма, которая расщепляет этот сильный луч, да, на маленькие-маленькие аспекты, и давая этот аспект радике, она дает ей как медитацию, так, чтобы она могла войти в полную, вот, в полную вот эту потенцию всего этого луча, всей силы. Like Gurudev, when he is teaching us, he is not teaching completely everything at once. He is splitting it in so many little aspects so that we can take it and digest it. И подобным же образом действует Гурудев. Он не дает нам знания, да, вот огромными глыбами какими-то. Он расщепляет его тоже на множество маленьких аспектов и дает нам по маленькому кусочку. Для чего? Для того, чтобы мы могли действительно принять и не просто, да, принять, услышать, переварить это знание. So now we can see how needed we are. Otherwise, Krishna would faint and Radharani would be completely mad all the time. Поэтому теперь мы можем осознать, для чего мы нужны, как, да, как манджари, как кинкари, для чего вообще нужны манджари. Потому что иначе от вот этой полной, полного потенциала, этого безумия, которое заключено, да, во всем, Кришна всегда бы был без чувств, Радика всегда бы была полностью безумна. А разве это не так, Говинда Махини? Разве что они не постоянно опьянены и безумны друг другом? Radha Govinda is asking, Gauravani, Radha Govinda is asking that is it not true that they are always one is fainting and other is completely mad all the time? No, it's not really like that. It would be like that. Sometimes if a mandari is not there, or if they have some feeling of separation, then we can see what would be if there would be no mandaris and no kinkaris. Actually, this is the hints where we can see how important these mandaris and kinkaris are, actually. И Гауравани говорит, что нет, на самом деле нет, потому что вот то, как это без манджари, мы можем увидеть как такие намеки, да, вот что было бы, если бы не было манджари, это в моменты, когда Радика и Кришна в разлуке находятся друг с другом, либо, ну, он тоже сказал, когда вот манджари не присутствует, я что-то забыла, какой первый, но, в общем, бывают, да, редкие моменты, но по большей части они всегда находятся с ними для того, чтобы как вот этот предохранитель, да, чтобы все там не заискрило, они это все как медиаторы, да. And in this connection we can understand why these kinkaris are so specific, like Rati is the Rati of Radhika. И мы можем также понять, почему кинкари у них такие имена, да, почему Рати манджари — это Рати Радики. И любовь. У меня есть дополнение. I see, Rati. Thank you very much for your kind association. Rada, thank you for your sharings, very deep, always. Damodar also wants to say something, to add. Rada. Я дополню, чтобы примирить эти два высказывания, высказывание Гауравани и высказывание Рады Говинды. Примиряются они драматической непрерывностью проявления абсолютной истины.
Now Damodar wants to reconcile these two points of view. В которой существует волнообразное восхождение на пик самоосознания. Которое существует волнообразное восхождение на пик самосознания. Боже. Переживание кульминации. Давай, Галин, давай кинем. Переводи. Пожалуйста, можно мысль вот целиком? Целиком. Может. Непрерывное пребывание в процессе. Они оба находятся в процессе, в драматическом процессе самопостижения. Radha and Krishna, they are in the process of continuous process of self-realization. Этот процесс самопостижения имеет волнообразное течение, восходя на кульминацию. Self-understanding, like they are in the process of self-understanding, which is like them going like up to this peak of this self-comprehension, of self-understanding. И в этой кульминации они теряют понимание себя и обретают новое. And in this peak, like of culmination of self-comprehension, they are lost themselves actually, but they are in the process of finding something new in themselves. И обрести это новое понимание им помогают манджари. Это их функция. And the function of manjaris is to help a divine couple to get the new self-comprehension. Манджари относится к творческой потенции, к созидательной потенции, потенции расширения абсолютной истины. Manjaris, they are like creative potency. They're like the potency in order to expand the self-comprehension of divine couple. Кришна — это познаваемое, а Радхика — познающее. Они не выходят из этого состояния. Так. Кришна is Познаваемое. Knowable. Someone to be known. And Radhika is someone who comprehends. Someone who knows. Но в течение этого познавания работают именно драматургические законы, законы событийности. But in the process of their mutual, this self-comprehend, like, you know, self-comprehension, Damodar Prabhu is saying it's like working the laws of drama. И отражение этих, этого событийного ряда мы можем наблюдать также и в нашей жизни. And he's saying that this reflection of their process of self-comprehension of their lilas, we can see here that in our world, we can see the reflection of this process. Поэтому они одновременно неразрывны в отношениях, как постигаемый и постигающий. И в то же время есть вот это вот дробление, этапное дробление событийного ряда от одного события к другому по восходящей линии, по восходящей.
по экспоненте. Ну, мне тяжело такие термины переводить. Можно как-то, ну, проще немножко? Проще. Другими словами, они всегда в состоянии постижения находятся. То есть они вместе, то есть они не выходят. Радхика не выходит из этого состояния. По своей природе она не выходит из состояния постижения Кришны, а он не выходит из состояния постигаемого. Но у этого процесса есть драматургическое восхождение, то есть от завязки к кульминации, то есть каждый раз это переживание кульминации, а во время, когда переживается кульминация, то есть кульминация — это смена понимания, то есть это новое понимание себя. Вот здесь в кульминации возникает новое понимание себя. И здесь понимание себя, новое понимание себя им дают манджари. Поэтому без них, без манджари, они не могут, абсолютно истина не может существовать. Damodar Prabhu, he is a drama writer, so his language is, for me, it's very complicated to actually, you know, this literal language. So now he said the other words, a little bit other words, the same idea. He's saying that Radhika is in the constant process of comprehending of Krishna. And Krishna is like this person who must be comprehend like this. And they have this process. And he's saying that this is the drama law from the start up to culmination. It should be like this. It should not be like flat. It should be like going up. And in this culmination, they have the this like climax, this changing of Krishna is changing understanding of himself. And in this highest point, they need manjaris to make this culmination, to change this comprehension of each other. That's why manjaris are essential in Krishna and Radha, in Radha Krishna Lila. Вот. Рады-рады. Рады-рады. Дамодар, маленький вопрос к тебе. Ты вот сказал, да, по твоей пхаве, когда они теряют, слышат, да, имена друг друга, они теряют сознание, безумеют, и это от восторга, да, вот как, что за эмоции, ощущения? Восторг или от восторга, от сладости? Или как ты слышишь? Новое понимание себя. Они теряют, когда манджари поднимает прядь волос у Радхики, и она видит этот безумный взгляд, она понимает, что Радхика не понимает. То есть они не понимают, кто они. Они в острой нужде находятся. В этом состоянии они находятся, оба находятся в острой нужде, они не знают, кто они. Они теряют друг друга. На Сурамани, на Хамарамани. То есть, имеется в виду, они не знают. Но манджари, они, будучи связанными непосредственно, они знают, что они чувствуют. То есть они связаны чувствами, но свободны в отношении анализа. И поэтому они могут объяснить, кто они сейчас, дать абсолютной истине определение. То есть манджари — это та часть творческой потенции абсолютной истины, которая выражает новое ее понимание. Я не знаю, сможешь ли перевести на английский язык, это может не получиться. Вот. Дамодар, ты давай на человеческий переводи нормально. Я тебя слышу. Ну да, как-то по калиюжному переведи, брат. Супер.
честно. Спасибо тебе. Во-первых, мне нужно самому это все переварить. Это очень так, прямо такие идеи. Нектар. Глубокие, да. Я идею, да, я уловила, конечно. Просто мне вас, вот каждое слово мне тяжело, а эту Лилу даже я поняла, да, про какую Лилу речь. Radha Govinda, he is asking, he's saying like final small question about the our Lila we used to talk today about. When they completely faint, when they're hearing the names of each other, what is going on? He's asking from Damodar. Damodar is replying like this. He's saying, he's mentioning other Lila when Radhika and Krishna is in Nikunja and Manjaris, they're like putting out from the face the locks of Radhika during the love game. And she sees Manjari, she's seeing that in Radhika's eyes, it's completely this bewilderment. So they are completely in this state of Naso Ramana, Nahama Ramani. They don't know who is Ramana, who is Ramani. They're completely mixed, and she is seeing in these eyes, in the eyes, this madness. And he's saying, Damodar, this like Manjaris, their creative potency, which knows perfectly the senses of Radhika, but they are free and separate in their in their capability to analyze and to be like to help them in this case. So in this case, there this one who tells the ultimate truth, who are they? When they are themselves, they are completely bewildered. So Manjaris, they are essential in the Lilas. Абсолютно истина по определению своей бесконечности не знает себя. He's saying that ultimate truth doesn't know itself. И находится в непрерывном процессе самопостижения. And ultimate truth is in the constant process of self-comprehension. Эта система самопостижения имеет три величины. And this system of self-comprehension has three layers. Бесконечное постигаемое. Unlimited someone which is comprehended. Энергия постижения. The energy of this comprehension. И результат. And result. То есть результат — это творческая потенция, созидательная потенция. The result, it is the creative potency. И Манджари относится именно к этой творческой потенции, к результативной потенции. And Manjaris, they are in this part of this creative potency of this result. Поэтому без Манджари абсолютно истинно существовать не может. So the ultimate truth cannot exist without this Manjaris, without creative potency, this result. Логично, брат. А можно вот еще один аспект, вот аспект восторга ихнего, Дамодара? Нет, не пренебреги. Хотя бы два слова. Рады. Восторг — это всегда. Это то состояние, в котором желает находиться Говинда. Это состояние незнания. Это то, к чему он стремится. Состояние абсолютной потерянности. Вот это состояние абсолютной потерянности, когда он не знает. То есть верховная божественная личность, Бог всех богов, центр абсолютной истины, не знает себя, он теряет себя. Вот эта абсолютная потерянность, это абсолютная потерянность и есть божественный восторг. Radha Govinda, he was asking about this aspect of delight of Radhika. He wants to hear about the delight of Radhika and Krishna. And Damodar, he is answering that what is delight, what is ecstasy, what is this joy for
the Supreme Personality, yes? This one who is like all-pervading and all these things. For him, this topmost delight is his bewilderment when he does not know, when he does not know himself, when he does not know what it is. For him is the top. Нам это не грозит. Нам это не грозит. Мы можем... Нам это не грозит. Ты переводишь, не переводишь? Я не знаю, как будет нам это не грозить. Нам не грозит такое состояние. Мы можем потерять только свою иллюзорную личность. Это единственное, что мы можем потерять, иллюзорную личность, но свою, как это проще сказать, я даже не знаю, свой основной функционал, вот этот вот функционал, в котором остро нуждается абсолютная истина, мы потерять не способны. Они могут терять себя. И они стремятся к этой потере, то есть Говинда стремится к этой потере. А мы не стремимся к этой потере. Мы по своей конституции не стремимся к этой потере. А наша сила — это контроль. Как манджари, да? Да, наша божественная сила — это контроль, сила контроля. И абсолютная истина нуждается именно в этой силе, силе нашего контроля, силе отражения нового совершенства, силе отражения нового совершенства, отражения нового себя. Адам Удар is saying that for Manjaris it is an unavailable state when they are like in bewilderment, because their function is to reflect this new comprehension of the ultimate truth. And their function is to be this to stabilize this between Radhika and Krishna, their feelings. And it's not available for them, this bewilderment state, because it's not their function. They will be like not doing what they need, what they should do. Rade. Они как бы вечные... Опьянённые наркоманы, а мы вечные трезвенники, да? Не совсем так. Они же, они постигают. И вот это вот постижение дарует им это вот блаженство потери, блаженство несуществования. Ну, это не совсем несуществование, это блаженная потеря. Блаженная потеря границ собственной личности. Блаженная потеря границ собственной личности. Блаженная потеря границ собственной личности. Это не совсем наркоманство. Это не потеря себя от блаженства. Это потеря себя от нового понимания себя. Потеря себя от понимания, от блаженства нового понимания себя. Вот это новое понимание себя и есть наркотик абсолютной истины. Ну да, я его имел в виду как раз. Рады-рады. Рады-рады. Я не знаю, что там Говинда Махини сможет перевести. Не понимаю, как это на английском. Рада была. Рада была сидит, мне кажется. Рада была, because Дамодар, you know, he's using this drama... very high class of language, and Radha Govinda, he wants him more, you know, like he say like in Kali Yuga language, more comprehensive language. So Radha Govinda is saying, is it like they are like drug taking persons, and we are like these who are, how to say, трезвые, я не знаю, как будет. These who are like not taking, but looking after. And Damodar, he's saying like, no, it's not the same, because the greatest delight for the supreme truth is to lose the borders of their personality and to reach the other understanding of their personality, you and you and you, something like this.
And manjaris, yes, they are like this potency who helps them. And the biggest drug for the supreme, these personalities, is this bewilderment and not knowing themselves and knowing the new, these facets of their personalities, something like this. For me, it's also complicated to literally to translate after word by word. Все, Гурудев, смотрите, он все, мне кажется. Гурудев, how are you? Very good. Thanks, Sasi. Bye. Next Saturday.